Что касается Одесской самой области, то это долговременная сейсмическая опасность с периодом повторяемости раз 500 лет, возможно, землетрясения такие. И это отображено на картах сейсмической опасности для строителей, которые входят, проектировщики и строители должны просто учитывать при своих проектированиях то, что возможно там с вероятностью, с определенной вероятностью, допустим, с риском 10% возможно такие события. Уезжать 21 декабря подальше от Одессы нет смысла, разве что на это время запланировано увлекательное путешествие. Ученые-сейсмологи Крымского института геофизики Национальной академии наук Украины утверждают, никакого землетрясения, тем более с заявленными 7,5 баллами не будет.